пропаганда там и политика, это все понятно. Но ведь можно же, сколько было, допустим, тех же Лениных, тех же там Марксов, Сталиных, уж я не знаю кого, вот сейчас там Николаев вторых и так далее. Сколько есть работ, которые просто они, если выражаясь человеческим, не искусствоведческим языком, просто некрасивые, бездушные там и так далее. Просто какой бы ни была пропаганда, дело же не только в этом, не только в политике. Дело в том, какой мастер, какой художник. Потому что когда смотришь такие работы, и понимаешь, почему человек был востребован.